Так спешил, что забыл показать, что же внутри. И забыл посмотреть камеру. Так, внутри у нас есть наушники, которые мы смотреть не будем. Почему-то... Так, где USB кабель? Зарядку вижу. Зарядка хорошая уже для наших розеток. А кабель? Кабель почему-то продавец положил не внутри пакетика. Так, здесь обычный микро-USB разъем. Все хорошо. Смотрим, что у нас... Зарядка. Скорее всего, здесь просто 5 вольт. А, в принципе, смотреть не будем. Я все равно ими обычно не пользуюсь. У меня есть хорошие зарядочки. Так, гарантийники. Реклама. Что-то еще есть? Больше подарков продавец не положил. Проверяем, что у нас с камера. О! О! Какой лок-скрин. Проведите пальцем. Куда? Вот так. А, вот. Так, кто мне скажет? Приложение музыка, запись, аудио. Да разрешить. Записывай меня. Записывай меня сколько хочешь. Так, вот такой вот четырехлистник. Рабочий стол. Музыка. Что тут у нас есть? Так, это, по-моему, звонилка, а это должно быть смс-ки. Так, ну вообще что-то новенькое. Что-то новенькое. Не 3D, но я такого не видел. Так. И не настраивается? Так, ну жесты, скорее всего, отдельно настраиваются. Так, ладно. Плохо, что сразу из коробки нету. Здесь вот пятый бы добавили, пятилистник. Пятый бы камера, вообще было бы отлично. А пока камеру приходится запускать так. Так, Лигу, если меня услышите, добавьте, пожалуйста, там же еще и камеру. Пожалуйста. О, зато есть Power Save, энергосберегающий режим, прямо отдельным. Ух ты! Слушайте, интересно. Энергосберегающий режим можно сразу включать. То есть, как функция стамино, еще какой-то тебе этот, у Sony, по-моему, стамино называется, у Philips еще какой-то режим, когда у вас есть возможность только звонить, есть возможность ММС, контакты, таймер, больше ничего. Слушайте, это первый бюджетный телефон, в котором есть энергосберегающий вот такой вот режим, в котором до вас могут дозвониться, а все вот эти вот всякие WhatsApp, все отключается, все это батарейку не ест, игры не ест. То есть, если вы знаете, что у вас батарейка садится, включайте этот энергосберегающий режим, и он у вас просто думифон, то есть, или фичафон, обычный телефончик. Смотрим. Слушайте. Мне нравится. Вот заодно этого можно Лигу хвалить. Неожиданно такая функция. То есть в других телефонах за последнее время я такую функцию видел только в телефонах от, по-моему, от $200. А как выйти? Как отсюда выйти? Так, ну я с этим разберусь. Так, все хорошо, как выйти? Попробуем перезагрузкой. Ага, видите, тоже не все приведено. Не все приведено, то есть лаунчер их собственный, поэтому вот такие вот фишечки. Часть осталась на английском. Так, что я хотел сказать о телефоне? Еще я забыл вам рассказать о... Вообще, годится ли МТК-6580 для игр? Многие хвалят, что он годится для игр, другие же говорят, что это полная ерунда, ни в коем случае для игр не покупать. Вы знаете, они правы и те, и другие. МТК-6580 для большинства обычных игр, не то что там пасьянс косынка, но всякие вот Angry Birds, даже, по-моему, многие трехмерные игрушки работают хорошо. Плохо он работает для самых навороченных 3D-игр. Либо там, где
нужен. Так, ну я не знаю, как надо предупреждающий режим выключить. Так, камеру, похоже, я сейчас не проверю. Короче, МТК 68 для игр подойдет. То есть школьнику, сейчас у нас через неделю, 1 сентября, школьнику такой телефончик с функцией просто звонки, если еще это можно поставить под паролем, то есть что нельзя выйти из этого режима без пароля. Вообще отлично. Правда, моих мозгов не хватает даже просто из него выйти. Скриншот делается. Так, я сейчас буду разбираться, я паузу ставлю.